На связи Garden Shop. В предыдущем обзоре с помощью трактора Т-254 мы скосили данное поле. Сегодня на нашем обзоре трактор Т-220. Это ременной трактор с трехточным подвесным устройством. В качестве навесного оборудования сегодня мы используем грабли. Посмотрим трактор в работе и немножко поговорим о нем. Начнем с самого главного. Это двигатель. На тракторе установлен двигатель ЗС-11200. 18 лошадиных сил, 1 цилиндр, дизель. Давайте посмотрим поближе. Итак, вот он наш двигатель. Изготовлен двигатель в Китае. ЗС-11200Т. Дизель одноцилиндровый, четырехтактный. Объем 903 кубических сантиметра. 18 лошадиных сил при 2000 оборотах. Трактор оснащен ременной передачей. Что это означает? Крутящий момент от двигателя передается на шкив трактора. Трактор заднеприводный. А сразу перейду к колесам. Задние колеса у нас имеют размер 7,5×20, передние 6×12. Задние колеса имеют шевронный профиль, передние – продольный. Почему на всех ременных тракторах Scout имеется продольный профиль, мы оставим ссылку в описании, почитайте. Теперь немного про габариты трактора. Длина трактора 281 см, ширина 148, высота по рулю 145 см, высота по глушителю 174 см. Клея трактора от 110 до 130 сантиметров. Регулировка происходит с помощью раздвижных балок. Клиренс трактора равняется 32 сантиметрам. Вес трактора 700 килограмм. Увеличить вес можно с помощью утяжителей, передних и двух задних на колесах. Вес увеличивается до 124 килограмм. Утяжелители к каждому ременному трактору Scout идут в комплекте. На тракторе установлен трехточный подвес. Грузоподъемность 360 килограмм. Вал отбора мощности 6 шлицов. Теперь давайте поговорим, откуда вообще взялась потребность ременного трактора с трехточным подвесом. Априори, ременной трактор является самым бюджетным трактором на рынке. Большинство запросов от клиентов было от тех, кто занимается заготовкой сена. И это логично, ведь на данный трактор можно повесить полноценный пресс-подборщик. Теперь давайте пройдемся по рычагам трактора. Что мы здесь имеем? Коробка передач, рычаг подъема навесного оборудования, рычаг скорости вращения вала отбора мощности, ручной газ и, кстати, не забудьте, в данном тракторе отключаемый насос. И, кстати, производитель рекомендует использовать ВОМ только на 540 оборотах в минуту. Сиденье амортизировано двумя пружинами, также регулируется по длине. Приборная панель стандартная, как и на всех ременных тракторах компании Scout. Ну что ж, давайте подведем итоги и, наконец, посмотрим трактор в работе. На данный момент Scout Т-220 является самым бюджетным трактором с трехточным подвесом. У многих в поселках и деревнях осталось навесное оборудование от старых добрых тракторов Т-40. Все это навесное оборудование отлично подойдет к данному трактору. Также с помощью дополнительной гидрофикации на трактор можно повесить фирменный погрузчик компании Scout. Более подробную информацию о данном тракторе, о навесном оборудовании вы всегда можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить больше видео. Всего доброго! До свидания!